А новогодние чудеса продолжились в Наташинском парке. Там, в своей резиденции, Дед Мороз вручил подарки маленьким люберчанам. Подробнее о детском празднике и волшебстве в репортаже моих коллег. Ёлочка-красавица, деткам очень нравится. Огоньки на ней горят, сказку подарить хотят. К встрече с главным новогодним волшебником Маша Чеберина подготовилась основательно. Но для зимнего кудесника она припасла не только стих собственного сочинения. В гости к Дедушке Морозу Маша пришла с еще одним сюрпризом. Смотрите, что там. Там летучий змей. Ой, как красиво. Молодец. Берете домой? Заберу, конечно. Спасибо тебе большое. Новогодний волшебник выполнил заказ в полном соответствии с письмом девочки. Из рук Деда Мороза и медведя Маша получила заветный подарок – надувной попрыгун-байк. Мечты сбываются. Мечты сбываются. Спасибо вам большое. Для детей это восторг, это Дед Мороз, это праздник, это волшебство. Сбылась мечта и маленькая Сальсабиль. Дедушка Мороз подарил ей куклу. Не осталось без подарка и сестренка девочки Сальма. Спасибо Деду Морозу. Подарили мне куклу, а Сальме пазл. Спасибо, что мои желания выполнили. В завершении праздника возле главной новогодней красавицы елки детей ждали танцы и хоровод с Дедушкой Морозом и медведем. Александр Колданов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.